Ел не дейді подкасты, сіздермен бірге Ғалия және менің есімім Дархан. Қоғамда өршіп тұрған тақырыпты қозғаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, өкінішке қарай, бұл біздің қоғамда бар тақырып. Балалар суициді, демек жасөспірімдердің өз-өздеріне қол жұмсауы. Халықтың, елдің осы мәселе бойынша пікірін білейік. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Қандай себеп-салдардың кесірінен бала суицид жасауы мүмкін? Көбінесе отбасын кесірінен болады. Жан-жақтан давит отец. Недостаток внимания приводит, я думаю, что приводит к такой проблеме. Человек порой не может разобраться, что с ним происходит. Секундная слабость такая, и ты думаешь, блин, все, ну, типа, меня, ну, ко мне так относитесь, я умру. Так. Ну, наверное, что-то такое. Детский суицид, мне кажется, в основном связан, когда родители вот не дают достаточно внимания, не принимает его ребенка. То есть он должен быть каким-то удобным для родителей. Но дети все разные. Ну и родителей можно понять, потому что время сейчас такое. Родители делают свою карьеру, они все время на работе, нужно зарабатывать на жизнь. И остается мало времени, которое ты можешь уделить своему ребенку. Возможно, утрата доверия между ребенком и родителем. Может быть, недостаточное внимание, может быть, отсутствие любви какой-то. Но также думаю, что есть влияние извне. Вот, это может быть влияние друзей. Ортал, да? Да. Среда такая. Бұл тақырып маған өте жақын, себебі мен жасөспірім балалармен жұмыс жасаймын. Біздің жұмысымызда әрине бұл процестің алдын алу барлығы жүргізіледі. У нас большое количество суицидов вообще среди стран, конкретно цифры. Ну, вообще, у вас никогда не было мысли, да? Ну, в детстве только. Расскажите, пожалуйста, как и почему эта мысль вам пришла в голову? Ну, там были конфликты с родителями вроде как. И... Ну, частые или только один раз, например? Ну, конфликты-то, в принципе, частые всегда в детстве. Ну, как конфликты, когда тебя просто ругают родители. И... Они прям серьезные конфликты? Или то, что, надень шапку. Вы такие, нет, я пойду без шапки, не хочу испортить там. Да пустяковый, как правило, да. Сколько вам тогда было лет? Не знаю, может быть, школьный возраст. Подростковый возраст. Да, не, да, нет. А, нет? Нет, не 6. Ну, где-то, да, не подростковый, где-то между. Я не помню, честно. Ну, не подросток, но и не совсем маленький еще, да. Ну, ребенок. Потом вы как-то действовали, или просто в мыслях это было, и потом ушло. Как ну, это было? В мыслях, типа, вот вы, ну, типа, на меня ругаются, и я сейчас вот умру, и все, и вы поймете, что вот. Вы обратите на меня внимание, что-то такое, наверное. Когда эта мысль ушла? Ну, как ушла? Ну, наверное, сразу же. Может быть, он находится в какой-то определенной долгой депрессии, может быть, это подросток, у него переходный период, какой-то буллинг в школе и так далее. Постоянно недоволен, а потом, допустим, у него хорошее настроение, он начинает развивать все свои вещи, и все, и потом уже, да. Происходит. То есть, да, это происходит, да, потому что в основном так себя ведут. Статистикаға сүйенсек, негізі балалар арасындағы суицид 2023 жылдан қарағанда 3-4% өскен екен. Бұны қалай тоқтатамыз, қалай ойлайсыз? Тәрбие, сол ең маңызды болып тұр, мен ойымша. Үйдегі тәрбиесі жақсы болса, онда мектепте өзін жақсы көрсетеді, жан-жақта күнілді болып жүре береді ол. Во-первых, на мой взгляд, субъективный, нужно все-таки сопоставлять, что человек видит в социальных сетях и что он видит в реальной жизни. Қазір көп қой, өте группалар, чаттар деген, я. Телеграм-каналдар, я. Синий кит деген болды. Я, кстати, синий кит дегендер болды. Сколько я слышала в последнее время, да, дети сбрасываются с крыш, там что-то происходит. Да, к сожалению, есть такие новости. Ты читаешь это все из соцсетей? Почему так происходит? Почему такое большое количество детей, и второе дети бывает в раннем возрасте, они совершают суицид. И а чтобы сократить суициды, особенно вообще не то, что среди школьников, там, студентов и вообще людей, ну, мой совет – меньше смотреть всякие соцсети. Вот я такая, я такой, у меня есть то, у меня есть это. И сравнивать, да, себя? Сравнивайте, на какой стартовой позиции была ваша семья до вашего рождения.
Может быть, ваши отцы какие-то там обеспеченные люди и могут вам оплатить учебу в Нью-Йорке. Вы можете учиться в УЗИ, условно говоря, в своем регионе там, или максимум мечтать там, о Шымкенте, Алматы или Астане. Да. Какова главная причина того, что дети идут на такой печальный шаг? Я думаю, все-таки это, возможно, непринятие социумом у подростков, особенно переходный период, бывают проблемы с самооценкой, с принятием себя. В каждой школе должны быть также разнополые психологи, мужского и женского пола, то есть, условно говоря, минимум 6 психологов должно быть, и у них оклад должен быть, вот, на мой взгляд, минимум, как у замдиректора школы. Можно устраивать хотя бы раз в 3 месяца какие-то круглые столы, особенно вот касается вот период пубертата, когда вот гормоны, особенно у девочек лет с 10-11, у мальчиков, может, 12-13, и у всех идут всплески эмоций. У них полностью идет переосмысление своей роли, да, в обществе. Они не знают, кем они будут завтра. Мектепті бітіретін оқушылардың арасында кейде емес, енді жиі кездесіп қалады, ана ұбытының алдында бір стресске ұшырайды, болмаса ертең мен дұрыс тапсыра алмасам, ары қарай оқа түсе алмасам, өзімнің потогымнан қалып кетсем қалай болады екен деген секілді ойдың ойытып қалады да, содан кейін өкінішке қарай осындай суицидтер болып жатады. Ал негізі ондай кезде сіздер қандай ақыл кеңес айтасыздар? Қалай дайындайсыздар? Оларға түсіндіресіздер деген секілді? Бізде арнайы психолог мамандар бар, барлық мектептерде бар ондай мамандар. Алдын ала 11-ші, мысалы менде 11-ші сыныптар, ол балалармен алдын ала біз жаңағы психолог өзі жұмыс жасайды, тест жасайды, оқушылармен тренингтер өткізеді. Бізде кураторлар оқушыларға барынша түсіндіреміз, бұл өмірдің соңы емес. Да, я конечно, считаю, что, конечно, не стоит насчет этого всего так переживать, но именно когда ты в этом возрасте, ты об этом по-любому переживаешь. Ты думаешь, что все, я не поступлю, и всю жизнь на этом закончится. Вот. Ну, я думаю, тут проблема, во-первых, самой системы образования, что у нас сама система образования такая, что... Что привязали все к тесту или про что? Даже не то, что привязали к тесту, может быть, как бы ты наверное, подаешь слишком большие надежды на свое, в принципе, образование. Например, ну, многие не работают по своей специальности. То есть, да, человек хочет поступить на грант, на какую-то специальность, он думает, что он будет, это строит его жизнь, но на самом деле это не так. Люди как бы меняют свою работу и так далее. И если бы, допустим, сама система образования была бы такая, что человека учили бы, например, тому, что он у него хорошо получается, и усиляя его сильные навыки, эти, да? Сильную сторону. Да, 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 такое. Он бы, наверное, может быть, меньше об этом волновался. И вот. И, наверное, такое есть. И, ну и другое, это, наверное, естественно, влияние как бы родителей, родственников, все, которые как бы говорят, вот, ты должен поступить на грант. Давка общества. Давка общества, да. Бірақ қазіргі таңда оқушылар енді бұл тақырыпқа қатты байланып қалған деп ойламаймын, именно осы экзаменге байланысты. Өткені қазіргі балалардың барлығы көзі ашық, көкірегі ояу. Бағаға... Бұл жайғаны тест деп қабылдай береді ғой. Қатты қиындатпайды оны бір. Өткені олар білет, түсінеді өмірдің онымен аяқталып қалмайтынын, бітіп қалмайтынын. Енді бұл жерде мынаны айта керек шығар, енді сіздердің мектептеріңіз ол Астана қаласында орналасқан халықаралық мектеп. Ал мынау бізде аймақтардағы мектепте, мемлекеттік мектептерде, ауылдағы мектептердің 11-ші сынып бітіретіндерде, олар үшін енді бұл социальный лифт қой, былайша айтқан кезде. Олар мүмкін бұл тестті, олар қатты бір мүмкіндіктерде жоқ шығар, басқа бір елге оқуға кетіп қалуға, то есть олар үшін қазір енді шынымен де осы бір ауылдан шығатын, қалаға баратын бірден бір сатының бірі ғой негізі. Сондықтан аймақтардағы балаларға мүмкін басқаша әсер ететін шығар әлде де. Мүмкін. Бұл жерде отбасының да рөлі маңызды, өте маңызды. Өйткені отбасында ата-аналар қалай оларға айтады. Тапсыра алмасаң болды, қаласың, жұмыс істейсің, бар ауылға кетесің деген секілді. Соны ашық айтайықшы, ата-аналар қалай сөйлесу керек және қай кезден бастап баланың осындай қадамға барып жатқанын байқау керек? Қандай факторларға қарайды? Ең бірінші ата-ана жасау керек, ол қолдау көрсету керек. Қандай жағдай болмасын, біз сенің жаныңдамыз әрқашан. Барынша позитивті болу керек деп ойлаймын ата-ана. С детьми нужно разговаривать так, если что-то, допустим, он сделал плохой какой-то поступок, нужно объяснять ребенку.
ты поступил неправильно, ты поступил, допустим, вот так-так-так, не то, что, ну да, плохо, можно сказать, но я тебя все равно люблю. Я всегда тебя поддержу, ты для меня самый лучший. Что бы ты ни сделал, что бы ни произошло, я тебя буду всегда любить. Ты все сможешь. Бывают какие-то периоды в жизни тяжелые, но это формирует твой характер. Если какая-то вообще проблема случается, если она случается, значит, ты сможешь эту проблему пережить. Да. Потому что ни по силам не дают. Значит, если какая-то проблема, значит, ты сильный, и ты справишься с этой проблемой. Во-первых, решение в себе. Искать себе ответы и находить пути решения. Не бывает безвыходных ситуаций в жизни. Вот вообще не бывает. Человек или сам себя загоняет, или это какое-то жизненное испытание. Ну, опять же, это работа с детьми, это внимание. Плюс ребенок не должен много времени, думаю, проводить в соцсетях. Убрать телефон, допустим, да? Менее... Я думаю, что минимизировать, все-таки не убрать. Мы живем в 21 веке. Все-таки везде технологии, да, и ребенок не должен сидеть в каком-то вакууме. Невозможно все равно его оградить от всего. Да. Но можно просто объяснить ребенку, где хорошо, а где плохо. Я мен сұрай салайыншы, жаңа әр мектепте өзінің психологы болады дедіңіздер ғой, иә? Ол психолог балалармен жұмыс істейді. Енді осы жерде сіздер кураторлар болмаса психологтар қалай да қандай да бір балаларға бөлек бір көзқараспен қарайсыздар ма? Қалай айтсам, мысалы, аха, мына бала соңғы 2 апта былай бөлініп жүр, шеттетіліп жүр деген секілді, осыған бір аса назар аудару керек секілді деген секілді қарайсыздар ма? Қалай анықтайсыздар оны? Оны бізде психологтар анықтайды. Өздер қарап жүр ма? Мысалы, қанша бала бар, оның бәрін үлгере ма? Әрине, әр сыныпқа кіріп, жаңа сынып сағаттарына кіреді. Ала сырттан бақылап отыра ма сабақты? Иә, сабақ жаңағы бізден расписаниені алады. Сосын сабақтарға кіріп бақылап отырады. Сабақта достарымен қалай араласады. Мысалы, бізде столовыйда, асханада тамақ ішкен кезде кімдермен бірге отырып тамақ ішеді, қалай, кіммен сөйлеседі, қандай тақырыпта сөйлеседі деген сияқты. Тек қана сол балаға қолдау көрсету. Тек қана қолдау көрсету, қандай қызығушылықтары бар, қандай оның қандай қабілеттері бар, қызығушылығы соның бәрін ескере отырып, әрине, направление беру, дұрыс үлкендердің сапынан направление беру, ары қарай таңдау ол баланың өзінің таңдауында. Здесь дополнительно должна быть, может быть, повсеместная какая-то программа от психологов, либо какие-то, чтобы... Есть же қорғау астана, например, да? Да, дети могут обратиться. Это было как обязательное, чтобы родители примерно понимали паттерны поведения тех детей, которые собираются покончить жизнь самоубийством. Вы когда-нибудь звонили на номер 150? Нет, никогда не знаю. А вы вообще знаете, что это за номер? Нет, не знаю. Но это номер, когда ты хочешь совершить... Ну, то есть горячая линия, которая сможет вам оказать первую психологическую помощь. Сонымен, достар, «Ел не дейді» подкастының кезекті шығарылымы аяқталды. Егер басқа да тақырыпты қозғағыңыз келсе, төмендегі комментарийге жазыңыз, біздің арнамызға жазылыңыз, біз сіздермен әрдайым болуға тырысамыз. Ғалия және... Дархан, келесі кездескенше. Сау болыңыздар.